Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот хотел бы записать коротенькое видео о том, как надо обрезать черешню. Да, вот черешня у меня такая, 3 года уже растет, вымахала, конечно, капец. Все, давай рассказывай, что мы делаем. Мы первым делом убираем ненужные ветки. Вот я смотрю, ветка у нас неправильно идет. Но мы ее лучше, наверное, не уберем, вот эту ветку. Эта ветка будет еще, мне кажется, идеально идти. Тут привязать нужно будет веревочку и натянуть ее вот так вот. Только сначала надо взять тряпочку, чтобы не попасть на почку, на колышко и натянуть. Эта ветка будет, мне кажется... Так ты ее не будешь, ну я ее потом привяжу, в принципе, резать не буду, да? Да. Она выровняется, да, и будет расти в сторону? Да, да, она выровняется, я понял. Дерево пойдет сокодвижение, и потом его летом можно будет отрезать. Я понял. Но только через тряпочку, чтобы не вросло. Я бы оно его, да, врастет просто, да, получается? Да, может врасти. Так, внутренние, сейчас прореживаем все внутрики, да? Убираем ненужные ветки, у нас тут их мало, как бы. Теперь мы убираем внутрь. Ага. Все, которые растут вовнутрь. Тут мы убираем вот это. Так, вот это уберем. Если мы это оставим, будет потом оно накрест идти, да? Что надо, да. Тут мы так само пресекаем. Вверх, чтобы не так гнало вверх. Почку, да, чтобы не гнало вверх. Пресекаем тут. Почку наружную оставим. Верхняя почка должна быть наружная. Всегда наружная, да. Угу. Тут пресекаем. Простое правило тут такое. Вот эту мы. Саня, а что ты не все? Или как? Центральную не пресекаешь? Или как ты? Бы ты вроде пресекал. Ну давай, давай, делай. В основном пресекаются только верхние. Ага. А если уж, ну, как вот на черешне, допустим, веточек маленьких нет, в основном идут одни, ну, как ну, палки, да, длинные, да, да. То пресекать желательно все, чтобы они расходились. А, я понял. Росло не как тополь, а в да, 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 да. Вширь расходилась, да. И легче. И опять же, оставляем верхнюю почку наружу. Да. Тогда следующая ветка будет идти наружу. Это мы уберем, чтобы оно не мешало друг другу. Ага. А, ну да, она пересекается, да, закрывает. А, тут мы убираем вот это. И оставим, наверное, мы тут наружную почечку. Пусть она сюда уходит. Ага. Тут наружную почечку. Так. Ну и вот это можно убрать. Все равно в середину вот зарастает, вот, да. Пусть она лучше не вверх лезет, а по бокам. Да, и тоже оставим наружную почку, чтобы нам не росли лозины длиннючие. Потому что все равно их потом оборвать. Вон какая лозиняка выросла. Не, даже говорю, ну 3 года. Я как бы, видишь, расстроился, у меня посохло много деревьев. И оставим тоже. Я такой офигенный садовод был. То, что я попросил, чтобы ты нормально обрезал. Тут наружную. Мы все усекли, да, оставили наружную почечку, внутреннюю полдра. А эту я подвяжу, да, я понял. Желательно подвязать. Да, хорошо. Ну и вот, мы тут ее натекнем. Вот так вот ее. И в принципе у нас получается все, да, по большому счету? И вот у нас такая деревина получилась, разложенная. Да, хорошо, я вижу, вижу. Классно, прорядилась середина. И все у нас, и у меня следующие паганы пойдут наружу, как бы будут расти, да? Они вверх не будут тянуться? Да. Понял, все отлично, как получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.